За выходные в регионе скончались еще 2 человека с коронавирусом. Таким образом, количество летальных исходов увеличилось до 42. За сутки в Кировской области выявлены 53 новых случая заражения COVID-19 с симптомами заболевания. В инфекционных госпиталях под круглосуточным медицинским наблюдением находится 799 человек с пневмонией. 35 в тяжелом состоянии, из них 19 в отделении реанимации, 5 на искусственной вентиляции легких. За сутки из больниц выписаны еще 8 человек.